Нефть дешевеет вторую неделю подряд. Сорт WTI дешевеет уже 8 сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года. Цены на нефть на азиатских торгах в среду, 7 ноября, продолжили снижение после публикации отраслевых данных об очередном увеличении товарных запасов топлива в США. Так, цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,18% до 72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX, понизилась на 0,51% до 61,89 за баррель. Стоит отметить, что сорт WTI дешевеет уже 8 сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года. Участники рынка ждут, что дефицита поставок не будет в условиях роста нефтедобычи в США и ряда исключений из иранских санкций, позволяющих Тегерану продолжить производство и экспорт нефти. Как стало известно из отчета Американского института нефти, API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, подскочили на 7,83 миллионов баррелей. API сообщает о росте запасов пятую неделю подряд. Официальные данные Министерства энергетики США также будут обнародованы сегодня в 17:30 по киевскому времени. Напомним, власти США сделали временные исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Турции и Тайваня, позволив им по-прежнему импортировать нефть из Ирана. На них не будут распространяться санкции, вступившие в силу 5 ноября. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.